вечером на площади Лазаревского центра национальных культур, несмотря на плохую погоду, собралось более 250 человек, представители армянской диаспоры и не только. Участники акции убеждены, что в Армении не найдется такой семьи, которая в той или иной степени не была затронута событиями столетней давности. Мы знаем, что геноцид – это зло. Его допускать нельзя. Поэтому мы сегодня душой и сердцем хотим всему миру сказать: мы за мир, мы за то, что жили мирно, дружно. Мы старшее поколение это знаем и передаем вам. И я бы очень хотел, чтобы вы вели себя так достойно, чтобы вам не было стыдно перед вашими предками. В акции участвовали не только взрослые, но и молодежь. Это дает надежду, что армянский народ будет помнить свою историю, чтить культуру и традиции предков. Хотелось бы сказать, выразить слова благодарности всем тем организациям, тем городам, которые признали и признают по сей день геноцид армян. Мы выражаем признательность тем народам, структурам и лицам, которые нередко, подвергая себя опасности, оказывали разнообразную гуманитарную помощь, спасали множество армян, ставших перед опасностью полного уничтожения. По окончании акции в ночное небо взмыли белоснежные шары. К каждому из них были прикреплены незабудки, как символ вечной памяти.